Первая выставка театра открылась в музее Кижа. Она посвящена эпосу Калевала. Гости выставочного зала могут не только увидеть необычные экспонаты, а совершить путешествие по древней Калевале, поймать волшебных животных и даже выковать мельницу Сампа. Наш корреспондент Алина Смирнова тоже прошла по необычному маршруту. Для маленьких посетителей это настоящее открытие. Неужели именно так когда-то играл на кантеле Мудревей Немёйнин? Школьники попали практически на интерактивное театральное представление, а ведь шли на открытие выставки. Здесь можно все потрогать, пощупать, посмотреть. То есть все можно, вот как в обычных выставках, нельзя трогать, есть ограничения. А дальше нас ждет лес дремучий, иди скорее. Это первая выставка театр в музее Кижи. Она посвящена эпосу Калевала. Гости пробуют себя в роли героев эпоса, играют и заходят в дом к сказочным персонажам. Здесь можно заблудиться в дремучем лесу или даже найти здесь волшебных животных. Вся выставка – это путешествие из светлой страны Калевалы в темную, сумрачную Похьелу. По словам авторов экспозиции, такой театральный характер выставки определили сами руны. А зародилась идея такого театра после занятий в музее, посвященных карело-финскому эпосу. Сотрудники музея заметили, что дети проявляют к героям Калевалы интерес и решили приоткрыть мир древней страны. Чтобы ребенку захотелось этот мир оценить, погрузить его в этот мир, чтобы ему захотелось узнать больше о нашем наследии и чтобы, конечно, появилось чувство гордости. По словам гостей, появилось и чувство единства. Ведь если через все испытания проходить вместе, добро точно победит зло. Алина Смирнова, Константин Николаенко, Кирилл Меньшиков. Вести Карелия. Петрозаводск.